Интересный случай произошел с крокодилом. Скорее всего, крокодил мысленно уже кушал вкусное черепашье мясо. И это понятно, ведь рекордная сила укуса крокодила – 260 кг силы на сантиметр квадратный. Но не в этот раз. Ему не удалось прокусить крепкий панцирь черепахи. После нескольких безуспешных попыток черепаха спокойно уползла к водоему, а крокодил, наверное, задумался о своих зубах.